завтра. До зустрічі. Так, змінюємо гурток читання на гурток спортивний. Зараз, хлопці, я знаю, ви дуже любите спорт, тим більше, коли його представляє Лілу. Вона знає, як збадьоритися, як тримати себе в гарній формі. Дмитро вже, я відчуваю, починає грати м'язами. Ну, ви зараз все зрозумієте. Дивіться. Доброе утро! С вами Лилу, ваш личный инструктор бодрого утра и хорошего настроения. Для каждой женщины важно иметь красивые туфли на каблуке, но не менее важно иметь к ним красивые ноги. На эту тему можно долго говорить, а можно начать заниматься красивыми ногами прямо сейчас. Я предлагаю разогреть с помощью скакалки мышцы ног. Звучит вроде как банально, но очень эффективно. Достаточно. Сделали вдох-выдох. Девочки, сегодня я открою вам большой секрет. Когда мы работаем над красотой наших ног, сложнее всего прорабатываются зоны вокруг коленей и внутренней поверхности бедра. Ими-то мы сегодня и займемся. Ноги на ширине плеч. Руки либо на поясе, либо перед собой. Я люблю руки держать перед собой. Мы выполняем наклон и правым коленом касаемся пола и возвращаемся в исходное положение. У нас работает внутренняя поверхность бедра и у нас работает зона над коленом. Не забываем дышать, не забываем подтягивать ягодицы, не забываем подтягивать животы и держать ровными спины. Ну и, конечно, улыбаться, улыбка нас украшает. Ох, я не знаю, как вы, но, кажется, я начинаю просыпаться. Давайте поменяем ногу. И левая нога вниз уходит. И вы чувствуете, как у вас работает зона над коленом и внутренняя поверхность бедра. В этом упражнении одновременно работают и правое, и левое колено. Ох, сложное упражнение. Я думаю, что вы это прочувствовали так же, как и я. Похвалите себя за то, что вы сейчас сделали это. А мы переходим к следующему упражнению. Правой ногой выполняем шаг вперед, руки перед собой и аккуратно усаживаемся на левую ногу. У нас левая нога опорная, мы усаживаемся на стопу, у нас работает колено, внутренняя поверхность бедра. Мы, конечно, могли бы с вами сделать обычное приседание, но при таком приседании вся нагрузка идет на левую ногу, поэтому нога прорабатывается в два раза эффективнее. Спины ровно, животы стараемся подтянуть, руки перед собой. И вы чувствуете, как здесь становится тепло, когда станет горячо, это самое оно. Ох, это нелегко, но кому красивые ноги даются легко? Поменяли ноги. Следим, чтобы ягодица уходила параллельно пятке вниз. Проработали мы с вами на все 100. Делаем вдох-выдох. И теперь как следует нужно растянуть мышцы, которые только что работали. Выполняем широкий выпад вперед правой ногой. И мы пружинящими движениями растягиваем мышцы верхней поверхности бедра и мышцы внутренней поверхности бедра. И меняем ногу. Держим спину ровно. А на сегодня все. Я желаю вам побольше красивых туфель, красивую улыбку и только правильных мыслей. Доброе утро. С вами была Лилу. Вот такое. Я якось раніше не помічала, що Дмитро так любить спорт. 1-0. Хорошо. Я поздравляю.